Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. На сайте RSV Systems опубликована следующая новость. Проект Skyway переходит на новый этап 14.1. Группа компаний Skyway объявляет об успешном завершении 13-го этапа развития и переходе на этап 14.1. Переход на новый этап развития состоится 5 декабря 2019 года в 23 часа 59 минут по московскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Это стало возможно благодаря ряду достижений группы компаний со времени предыдущей смены в июне этого года. Сотрудничество с представителями бизнес-сообщества и властей в Объединенных Арабских Эмиратах перешло на более высокий уровень. Учитывая это обстоятельство и действуя в интересах инвесторов, руководством было принято решение продолжить поэтапное снижение дисконта. В связи с этим 14-й этап будет также разделен на несколько подэтапов. Таким образом, компания предоставляет инвесторам возможность более гибкого планирования собственной инвестиционной стратегии. За время действия 13-го этапа было достигнуто следующее. В работу компании была внедрена индустрия 4.0, благодаря которой произошла интеграция в производство самых современных киберфизических систем. На производстве произошла модернизация, ввели в эксплуатацию новый корпус. Skyway был назван в числе экспертов SDG – цели в области устойчивого развития, программы, принятой ООН в 2000 году, официально известной как «Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Была проведена модернизация поверхности качения на ферменной эстакаде, а также проведена серия предварительных испытаний систем электроснабжения, зарядки и элементов токосъема с путевой структуры, проверка новых конструктивных решений элементов электропитания подвижного состава. Грузовой комплекс предстал в завершенном виде. Начались испытания высокоскоростного юнибуса. Увидел свет целый ряд инновационных разработок в области систем безопасности, автоматических систем управления, оснастки и строительного оборудования. В планах на 14-й этап расширение проекта в Арабских Эмиратах и дальнейшее развитие транспортных, энергетических и информационных технологий, установление новых деловых и партнерских связей. Итак, переход на этап 14.1 состоится 5 декабря 2019 года в 23 часа 59 минут по московскому времени. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.